вся эта история началась 22 июня с теплым воскресным утром. Все было как обычно. Вот мой дед Анисим старательно моет посуду. Так. Соседка Капитолина что-то делает, не знаю что. А вот-вот почтальонша Нюра орёт чего-то. Василиса собиралась печь блины. Озабоченный шухер танцует в поле. Одинокий танцор. Ага, Люська с Шуриком. К свадьбе готовится. Это Ванька. А это я. Ванька на мне скоро женится. Просто он этого еще не знает. Первое испытание нового отечественного удобрения «Смерть всем вредителям» пройдут в конце недели. Препарат планируется распылять с воздуха. А это дед Ганс с Васей. Вася и Дерезу. Просвещаются, значит. Антенна накрылась. А, антенна накрылась, не просвещаются. Шнеля! Иван, Шнеля! Вот. Ваня превращается в антенну. Справа давай! Немецкий магазин на диване. Все что угодно для вашего счастья. В общем, все у нас было хорошо. И все было спокойно, пока в деревню на робот не влетела, не въехала, не внеслась почтальонша Нюра. И тут началось. Ваня! Ванька! Ну слышишь ты меня или нет, а? Да слышишь ты свою крышу наконец? Что это может тебя звать, а? Извещение! Я привезла. Да знаем. Уважаемый Иван Индюков, поскольку вы являетесь одним из наследников вашего дяди Федора Индюкова, мигрировавшего, в общем, понятно? Так, вам надлежит явиться в нотариальную контору города Минска для получения наследства! О, Валька, чего ты здесь? Вот, яблоко в тебе принесла. Угу. Яблоки. Яблоки – это хорошо. Опять ей, что ли, пишешь? Ей-ей. На камышло. Люблю, целую. Ой, Ваня. Люська, загибаюсь. А? Что такое? Люсь, ну все. До свадьбы не отмочу ждать, понимаешь, Люсь? До свадьбы не отмочу ему ждать? Люся. Я тебе сказала, я до свадьбы не буду. Люська, ну как немножко, да Люся. Что немножко? Я немножко не хочу. Я не буду. Сейчас маму позову. Чего маму сразу? Ну, при чем это мама твоя? Так, галоши, одна пара, 42 размер. Мне бы это... Так,
Дрожжи для шухера. 2 куска. Ну, 3 куска. Следующий. Мобилу для тут. Ваня, кошелек! Ванечка, ты же не забыл? Ваня! Ну что? Вот здесь мы мне на руках. Чтобы 3 зубчика туда, один к одной еще. Ваня, слушай, Ваня, купи мне. Купи мне точно такую же, только немножко больше. А деньги я тебе потом отдам. Проспект с Кориной? Но... с Кориной. Да. Здесь... Фотографируйте нас, пожалуйста. Большое вам огромное спасибо. Папа, в фотоаппарате нет батареек. Не называй меня папой на работе, идиот. Запомните, разговоры с местными только в самом крайнем случае. В этом городе каждый тайный сотрудник милиции. Кретино! Гадят и роды поганые. Ай, мой! За такую зарплату пусть сами себе моют. Ноги вытирай! Имейте право, я не уйду! Здесь свое место! Она же крашеная. Она крашеная, я тоже покрашусь. О! Я такой родилась. Не имеете права. Не имеете права. Я напишу. Я все напишу. Я туда знаю, напишу. Вот это полез, таракан. Красава тебе. Здравствуйте, я по извещению. Фамилия. Имя. Иван Индюков. Я за наследством. Индюков. Иван. Раф, сынок, мы едем уже 42 минуты. Папа, не называй меня сынком на работе. Братья, братца. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, завещаю 2 своим племянникам, а именно Биллу Айвенсбергу, троюродному племяннику двоюродной сестры первой жены младшего брата моего свекра, 2 виллы, 1 на Багамских островах, 2 в Афинах, в Греции и счет в 6 миллионов американских долларов в швейцарском банке. А
своему крестному сыну и любимому племяннику Ивану Индюкову после моей смерти передать опечатанный ящик серии «Брил» номер 00-23-42-26-17-13. А вы пока оплатите в кассу нотариальный сбор. А что там у Ваньки с этой австралийкой? Письма пишет. Может, уже женится на ей. Так я же не видела никто. Может, дура какая? Не, говорит, красавица. И Заурой зовут. Прикол, да? Ну, а что делать? У нас же нормальных девок не осталось больше. Пущай женится. Да! Ты куда воткнула? Куда надо, туда и воткнула. Здрасте. Здравствуйте. Кажется, кошелек потерял. Слушайте, а можно я вам попозже заплачу? Нельзя. Да я же Иван Индюков! Индюков! Ой. У меня скоро будут деньги из наследства. Так не положено. Да какая разница? А я вам говорю, не положено. Да как это не положено? Что тут опять? Что такое? Да что случилось? Я его объясняю, не положено! Да у меня кошелек украли, она не хочет! Тихо, успокойтесь. Не надо волноваться. Я все понимаю. Но понимаете ли, видите ли, пока вы не оплатили, вы не сможете вступить в законные права. Если вы не сможете вступить в законные права, вы не сможете распоряжаться своим наследством. Если вы не сможете распоряжаться... Нет, ну вы что, издеваетесь? Успокойтесь, не надо так горячиться, успокойтесь. Все, вот, волноваться вредно, знаете. Давайте пойдем в кабинет. Пойдем за ним в кабинет, поговорим. Да. Выпьем валерьяновых капелек. Хочу я ваших капелек. Но не хотите валерьяновых, можно пустырник. Да не хочу никакого пустырника. Это не пустырник, вам понравится. Берите. Дайте. А, ладно, берите все. Вам вредно волноваться. Все проблемы с оформлением я утрясу сам. За 10%. Да не нужны мне ваши 10%. Это мне 10% от наследства. Я все уложу по рукам. Варька. В свидетельницу пойдешь? А свидетелем кто будет? Ванька будет. А целоваться? Ну так, обычай. Ты до свадьбы жениху платье не показывай. Примета плохая. Глянь сюда. Десять процентов. Вали, я сказал. О, а что это у вас тут? Как лягушат на болоте. А, массовой миграции, так? За Ваньку вашу встречаем. Я ж его парочку племенных цесарок заказала. Я цесарок. Капитолина, а что ты тележку не взяла? На горбу, что ли, все повезешь? Зачем на горбу? У меня ганс есть. Едет!
живой-то, а? А внук этот где твой? Волки съели. Но заказывали, понимаешь, говна всякого. Пошта ты, мол, вазари дамо! Куда ты подевал семечки? Да что ж вы делаете-то, бандюри вы недорезанные? Да кто же это все за вас убирать будет? А в договоре такого не прописано. А я мне дополнительно никто платить не будет. Сейчас как с тряпкой перееду, морда ты чумазая. Я тут одна же, козла, отпущу я. Старый дохлый хрен. Старый хрен. Как я раньше жил без твоего наследства? Да хорошо, я жил без твоего наследства! Квинто, ты не мог найти теплицу поприличнее? У меня нет на это денег. Ужас. Зато нам здесь никто не помешает. Я думаю, это самые обычные семечки. А мне кажется, нужно заказать грузовик для денег. Что за фигня? Шеф! Шеф! Шеф, там приехал грузовик. Спрашивают, что будем грузить. Кто вызвал грузовик? Ah!
Я твоему Ваньке деньги на дрожжи давал. Где Ванька? Где дрожжи? А я почем знаю? Ага. Пропил, небось, наследство-то в городе. Вот носу домой не кажет. Че ты сказал? Мой внук не пьет. Мой внук не пьет. И ты тоже мне родитель хренов. Отпустил сына оболтуса одного в город. Где мои дрожжи? Вот тебе дрожжи. Мужики, да вы чего? Где семечки? Где Токимото? Где семечки? Я Иван Индюков. 375-й километр. Тут он километр. У меня жена. 8 детей. Парад к брату. У меня там тут 30 гектар. Это фрето. Товарищи, ну красный волос, понимаете? Красные волосы. Рэд волос. Червоный волос. Волосы червоные. Товарищи, не уходите. Куда же? Товарищи, развяжите меня. Ну что, ждешь его? Небось, голодная. Я борщ сварил. Эх, внучка, внучка. Не желаете? Сейчас, секундочку. А где наша штора? Хотя бы хотя бы даже все равно моя.
Где Ванька? Ванька где? Ванька! Да-да-да, веселее! Ну? В городе нашли вещи нашего Ванечки. Паспорт, деньги, дорогущую бутылку. Ой. Туфли новые, но без шнурков. А самого нигде нету. А деда ведут в речку. Ничего, объявится Ванька. Он в меня пошел. Он гад живучий. А как же свадьба? Ой, чую мое сердце. Никогда свадьба. Перестань, дочка. Тело ищут. Сказали, найдут, позовут на опознание. Ну что, будем на свадьбе целоваться? Изаура, а хочешь, я тебе яхту куплю? Да я тебе все смогу купить. Приезжай. Самолет? Ну, ну и можно самолет, конечно. Я приеду, и мы будем с тобой на выезд. Да-да, любимая, конечно, приезжай. Шеф, с традами фраза, джинами туду. Шеф, можно я пойду с джиной? Не вот так. Нет. Боки! Иди работай, джина. А даже если платье в черный перекрасить, а? Даже если совсем без платья. Ну, пускай совсем без платья. Молчи уже. А че? Помню, когда мы с Капитолинкой свадьбу гуляли, я на склад за шнапсом, а тут вижу, вот в одних трусах идет и говорит мне. Утихни, дурень. Так а что, свадьбы совсем-совсем не будет? Ну, если Ганс не того, аккурат через год исправим. Я не того, я живучий, дед. Зараза. Я знаю тебя, дед. Ты ж западлющий. Ты ж вот специально постараешься. Ты, Люська, совсем стыдобу потеряла. Ты поди платье нафталином перекинь. В кладовке моль завелась. Сожрет рюшечки. Пеняй на себя. Может, правда, сначала свадьба, а потом поминки, а? Ты зятем будешь, тады вякой. У нас кто первый успел, того и праздник. Не надо никакой уборки! Если еще раз кто-нибудь из вас скажет про уборку, я вам... Ясно я спрашиваю? Ясно? Ну что, подруга, очереди для тебя уже не существует, да? Thank you.
Думал он, я здесь думаю. Я просил тебя забрать дерево, идиот, а ты что приволок? Шеф, деньги, тут много, на всех хватит. Идиот, ни на кого нельзя положиться. Папа, ты можешь положиться на меня. Алло, здрасте, это агентство по недвижимости. Я хочу купить у вас самый большой дом в городе. Цена меня не интересует. Да. Я хочу убить свою невесту наповал. Понимаете, она иностранка, Парижи, Лондоны, так что удивить ее будет нелегко. Нет проблем. Здание государственной библиотеки изящно, мощно, современно. Прическа, огонь. Почитать не хотите? Театр более 4000 квадратных метров. Деревянные перекрытия, отличная звукоизоляция. Только что закончена реконструкция, охраняется государством, и цена приемлемая! Поверните туловище влево, левую руку назад, правую вверх. Раз. Поверните прямо, руки вниз. Доброе утро. Вы кто? Лика. Где я? В тюрьме. Проснулись, Иван Васильевич, проснулись, соколик ясный. А вы кто? Как кто? Венера Архиповна, здешняя начальница, ветеран труда. 40 лет от звонка до звонка. Вот ваша пижамка, минералочка, кефирчика, морсика, рассольчика. Кефирчика. Кефирчика, пожалуйста. Прошу. А это кто? Моя дочь. Да не нужна мне ваша тюрьма. Была наша, стала ваша. Это сейчас здесь только тюрьма. А лет 300 тому назад это был прекрасный родовой замок. Центр города. Роскошное гнездышко получится, а? Осторожно, пожалуйста. Так может это ошибка? Иван Васильевич, голубчик, какая ошибка? Мы ошибок не делаем. Что, автобус тоже мой? А то чей же? Наши люди в городе на таких не ездят. Зачем мне такой автобус? Возить футбольную команду. Какую футбольную команду? Вашу. Зачем? Мне стадион. Но это модно сейчас. С футбольной командой в придачу. Где? Какой рюкзак? Я снимала на все камеры и ничего! Анжела! Анжела, ответь матери! Почему между вами ничего не было? Я из-за тебя всю ночь власти сомкнула! Мне теперь не за что зацепиться!
Что, все это зря? Ты что, с ума сошла? Ну, неужели ты в самом деле хочешь, чтобы этот идиот мою тюрьму в свой родовый замок превратил? Через мой труп! Мама, я так не могу. Это подло. Анжела! Верни мне нервы! Он будет моим зятем! И точка! А как же любовь? А как же ремонт? А если он не захочет? Женим по статье. И не таких ломали. Не только не так. Эти тюремные стены слишком высоки, чтобы мы могли перебраться через них. Иван Васильевич, у меня к вам просьба личного плана. Я ничего больше не могу, я рюкзак потерял. Ой, да бог с ним, с рюкзаком, Иван Васильевич. Я хочу устроить маленький бордельер. Будут все свои, солидные люди, с женами. Обмоем, так сказать, сделку. Так вот, речь идет о моей дочери, об Анжелочке. Не могли бы вы с ней потанцевать? А рюкзачок я вам найду. Найду. Где ваша девочка? Эй, Иван Васильевич! Бывшая городская тюрьма стала резиденцией загадочного миллионера. На закрытую вечеринку пускают только семейные пары. И специально для зрителей нашего канала мы с нашим оператором Володей купили кольца, пиджак и зарегистрировали брак. Володенька, вот! А теперь мы идем туда. Внимание! Сейчас вас ожидает сенсация! Девушки, пустите, пожалуйста, дороги! И смотрите, что ничего, все будет хорошо. Больше не чудо, мне хватило слов, порванных швов. Благослови, Бог. И я не забуду. Добрый путь, накрывай, детки. Топа. Здрасте. Круто. А теперь худо. А вы когда-нибудь любили по-настоящему? Это моя доченька Анжелочка танцует. Прекрасная пара. Они скоро поженятся. Накрывай арам. Ты уверен, что дерево именно здесь? Самый последний идиот знает, что камера в тюрьме самое надежное место. Ты открываешь, я ищу. В этом подвале сотни дверей. Сами туто. Ты открываешь, я ищу. Подрито карапузу. А сегодня самый завидный жених в городе – это Иван Индюков, бывший житель деревни, а с ним танцует моя доченька Анжелочка. Да, я не могу стоять на пути двух любящих сердец. Когда делал предложение, я уверен, они будут счастливы. Сегодня самый завидный жених в городе – это Иван Индюков, бывший житель деревни 3.
375 килолитров. Простите, километров, конечно же. С вами была Анна Кисель, канал... Мама! Свадьбу давай! Надо анимату! Финито, дебилито! Я хрену то сумету! Фадеру фречу, мито патату! О! Терпению пришел конец. Иди сюда! Вы на ней женитесь. Это у меня уже есть невеста. Уголовный кодекс это не интересует. Ибо на свете, или вы женитесь на моей дочери, или я вас... Мама, не да, надо! 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 А ну стой! Стой, подонок! Подожди, мой рюкзак! Мой рюкзак! Спасибо, спасибо вам, спасибо! Стой! Стой! Я тебя под суд отдам! Пошли! Дура! Стой, мерзавец! Стой, мерзавец! Стой! Стой! Говори, где дерево! Не скажу. Артуро! Артуро! Что ты делаешь? Эй! Кто... Господа бандиты, пожалуйста, не надо! Не надо! Ну, товарищи бандиты, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Что это за чудовище? Клизму на пол, руки вверх! Развяжите ему руки.
молодец. Слушай, оно в рюкзаке не помнется? Не помнется, я его упаковала как следует. Только оно это в размерах уборщилось. Да это оно может. Плодовито, как козы наши. Только мы сейчас не на вокзал. Эй, дядя, поворачивай в аэропорт. Какой аэропорт? На вокзал и домой. В аэропорт. И с песней. Хочу мягкий ковер с пушистым ворсом, горничную гувернантку и милого мопса. Хочу садовника в розах и иногда у стоя сена, сеть с бриллиантами и лишний экспресс Москва-Вена. Хочу в белых бруках на фоне синего бора свою галерею с картинками детского хора, дворецкого на ухозе и нелепых носках, и слизывать икру с чужого твердого... Ну я еще английский для нее учил. Дурак был, вот и учил. Я дурак? Да она сегодня приезжает. Я увижу ее собственными глазами, понимаешь? Ничего ты, дурочка, не понимаешь. Я тебя спасла, я твою убью! Дерево! Ты сам дерево! Ты просунь дерево! Ты как думаешь? Так нечестно. Мы так не договаривались. Только я не понял, ты что, не поможешь мне выбрать для нее подарок? Слушай, Варька, может, нужно было все-таки цветы? Да нет, нормально. Вася, скотина, ты что мне тут Иван и... Да-да, Индюков, не загораживайте. Я твоя длинноногая Изаура. Навеки. Мамочки, теперь все понятно. Шутка. Я твой брат, Билл Айрнсберг, приехал за свой наследство. Ой, мамочка! Только бежим скорее! Нет, ты очень легкая, а ты не ушиблась. Нет. Это хорошо.
Да, хорошо. Тебе удобно? Очень. Надо дерево найти. Нужна лестница. Нужна лестница? Нужна. Ты домой? Да, деду надо показаться, чтобы не волновался. Он же ничего не знает. А тебе в деревне знаешь, как обрадуется? Фу. Сколько сейчас? Пора. Веди, Ганс. Дожили. Родного внука под суд. Нет, срочно помирать, срочно. Фиг тебе, дед! Только попробуй. Ты свои безобразия после свадьбы вытворяй. Ну, Иван Васильевич, рассказывай те. Где шлялся? Рассказывай! Сколько надо, столько денег и дотрясу. Она трясется. Дерево. Сразу после ближайшего урожая. Надо что я Варька, ну скажи. Сколько лет прошло, а все деревья и люди все те же. Мои соотечественники, односельчане, наконец-то я вас всех увидел. Дорогие мои соотечественники, это я, Федор. Ба, кто это? Это дядюшка твой, Федор Индюков, откопался. Техля, Сошка. Отлично. Вот пусть он теперь вам все и расскажет. Дядя, спасибо вам, конечно, за подарок. Только расскажите им про дерево, а то они мне не верят. Нюра! Дорогие сограждане, это я. Это я во всем виноват. Ей-богу, я. Крестник мой. Помнишь, в детстве я тебе рассказывал много сказок. Ты был таким впечатлительным ребенком. Помнишь, в сундуке... Утка, а утке яйцо, а в яйце игла, а на конце иглы, помнишь? Ну, так где же дерево? А? Так где дерево на другом дереве, а то дерево на де... Ну и долго мне тут куковать? Пока все не выплатим. Лет 5, я думаю, придется. Да не могу я! Я ж свидетель на свадьбе. А незаменимых нет. Вот так. Деда, ну миленький. Ну пусти меня, пожалуйста. Мне очень-очень надо быть на этой свадьбе. Я ж свидетельница. Это у этих аферистов Индюковых? Ни за что. Ни за что. Тогда? Тогда я сама уйду. Быстрее давай, направо. Правее, правее. Сразу сторона, налево. Сам вижу. Давай-ка я подзагу. Ну ты видишь, осторожно. Фас, фас. Ты где?
О, Ванька, я тебе кульпичок копченый принес. Лови. Кстати, дядя, а как это получилось, что сначала были мертвые, а теперь живой? Ну, если коротко, мне пришлось скрываться от своих так называемых компаньонов. Они объявили меня мертвым и огласили завещание. Ну вот, вот теперь, когда я живой и здоровый, этот маленький пустячок, который я завещал тебе, я хотел получить назад. Хочу платье! Сейчас мы тебе что-нибудь найдем. Так. Где дерево? Я не хочу, чтобы меня здесь считали вурном. Выпустите меня отсюда, я покажу им дерево, отдам долги и верну его вам. Так я тебе и поверил. Где дерево? Отдай дерево! Отдай дерево! Отдай дерево! Говнюк! Отдай! Обалдеть. Прям как я молодая. Капка, где наши годы? Я платье хочу. Нормальное. Белое. Эй, Бузук! Бузук, иди сюда! Чего тебе? Слушай, Бузук, выпусти меня отсюда. Мне очень нужно. Эй, Бузук, ну подожди, подожди, ну я тебе это дам. Сколько? Столько? Не. Свадебное путешествие на колхозное водохранилище. Скоро приедут. Дару. Дорогие гости, прошу всех за стол. Раз, два, три, все 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 за стол. Мы вам жадаем казазяли, светло мы звонку изнутри. Житё хай зробиться чаровным, не будь чаще не рады. Нехай ты руха будь ровной, без рухи не крови стаю. Раз, два, три, все за стол. 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 Хай будь чаёвка, всё непросто. Горько! 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 Горько!
прямо, направо, направо, нет, налево, налево. Кретина побита! Кретина! Люди скажут. Ну погоди ты, ну! Мы же без нас, ты хорошо! Говно крашеное. Понаехала гостей, сыншай земных областей. Мне неправильно костёл, сыншай земных областей. Вот приехали усе, мистер Паньер Месье, си сеньоров и мадам. Проходите, господа. Вот приехали яны, и паненки, и паны. Украй суворых катаклизмов со своих капитализмов. Сядайте и вы, товарищ, угощения всем хватит. Гости, 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 есть немака гости. Садитесь за стол, давай. Давай, 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 давай. Садитесь. На. Водки ему налей. Ой, гляньте, сбежал. Ваня, садись за стол. Что там у тебя? Подарок молодым! Шумите! После разберемся. Если ты нравишься, если ты сейчас в шамполе, я все залепестки твои найду. Вот прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду! Как вы там в этих городах живете? Не знали мы ваших городов, жили спокойно. Ведь хороший был, работящий. Да-да-да, работящий. Брехливый стал, как собака. О, зыркает как. Ну, что ты гляделки свои бесстыжие вылупил? Врет же в глаза. Мы-то с вами знаем, на каких деревьях все растет. Все вот этими руками. Он еще подталкивает. Что ты меня подталкиваешь? Стыдно, поди. А нам с дедом не стыдно? Людям в глаза глядеть не стыдно? Ой, чего?
все было заюцнуться. Темп 170. Опа. Если завтра... Хрена себе. Ходил в туалетик. Началось. А? Вот мы с тобой увиделись, Федор. Поставь дерево на мост. Эх, жалко, что я тебя тогда не пристрелил, ведь была такая возможность. Дерево на мост. На мост, на мост. А теперь становись на колени. Становись на колени. На колени. Держи его. Окружаем идиота, не тормозим. Отойдите, идиоты, я сам. Джина, давай сюда. Сюда бросай его. Тут подосиновик. Врешь! Не уйдешь! У нас солярки до твоей Африки хватит! Ага! Давай! Варька, ты почему на суде не сказала им. Я не хотела, чтобы Шухер был деканом. Куда же он делся, а? Жирная киска, лизни меня, лизни. Жирная киска, это Эдо, Эдо, Эдо,
Стой, нет, дерево, вернись ко мне, вернись. За что мне это, господи, дерево? О, нет! О, что-то полетело! О, а ну-ка пусти! Сейчас я их с первого выстрела! Спорим на шелбан, что не попадет! Спорим! Вторая попытка. О, они чего-то орут? Да не отвлекайся! Я восьмой. Пироходжи до плана Б.